Посмотреть, потрогать, молнию не дай мне. Внимательно. Вот, и как раз, когда мы там были, вот эта вот здоровая чушка поплыла. На выход, в общем. Красивые горы, деревья. Ну вот, пираст, вот так он, вот мы как раз на эти острова отправились, которые на Святого Георгия мы не заходили, а на Шкрепелу вот это вот доплыли там. Лодочка ходит, тоже там евро 4, по-моему, стоит, причем так вот. Даешь ему 4, он тут же тебе берет и везет туда. Без вопросов. Вот она, это Шкрупелла. Господа от Шкрупелла. Запомнить. Невозможно помнить. С нее вид на пираст. Так, надо ускориться. Что-то как-то много все-таки. Надо я говорю, друг, девушка маленькая. Сделай чередов. Привет. Истинно маленькая. Сейчас, я просто вот некоторые нет. Звоним, давайте перезвоним. Сейчас мы дадим дочерезу, а там будет... Сделай перерыв. Если устали, я сделаю. Если нет, я могу чуть-чуть сейчас, потом, там, когда гора перейдем, тогда сделаем перерыв. Это внутри как раз вот там... Кстати, да, вот тоже мы видели такой замечательный момент. Я не сфотографировал его, потому что мы там болтались. Я был без фотоаппарата. Мы туда пошли там погулять. В одном месте видели, там, ну, турки приходили, кто их тут не завоевал, там все что-то воевали. У них там где-то был забор сделан из ружей. То есть они вот просто взяли ружье, нарубили и прямо из них забор сделали. Ну, что девать некуда было. Давайте, из пушек сделан причал, как и здесь. Ну да, а там они из забор сделали из ружей. Ну это как раз вот там наши крепыльные. Все, мы ее тоже покидаем и... Уходим. Сейчас Хорватия опять. Ничего не отличается. Как Хорватия, да. Один просто. Ну, ну смотри, какая Хорватия. Тут здесь везде не горы на берегу. Ровени там. Здесь одни горы на берегу. Ну да, там гор таких нет. Там гор таких нет. Там положено. А, ну да, в Ровени там нет таких гор. И в Ровени, и в этом, как это там, Ула, и там все-таки более положено. Нет, в Куле уже есть горы. Ну, в Куле есть, но все равно там более пологие. Это там какой-то англичанин сидел, кофе с нами. Горы здесь шикарные, Кити. Крыши, горы, вода, большие. А вот всякие горы, всякие тут. Вот такие вот романтические места есть там, где можно посидеть в ресторанчике. Вот, я вот. Хорватия большая. Садишься в ресторанчик. Получается меньше, да? 200 километров. 13 тысяч квадратных километров. 200 на 200 километров. Это что, Тарас Бульба? Все, значит, мы опять этот день прошел, решили в Цетине поехать. Так, Юра, перерыв? Пауза. Давай. А мы нет.